Да. Они меня развели. Но они же девушку били. Ногами. 2 месяца назад в банк устроился. Блин, и такую работу потерял. Пойми, мир на дерьме не стоит. В принципе, милейший, я с вами согласен. Эх, все вы любители. И душу вам мою не понять. Куда вы теперь? В кого я такой уродился? Профессионал. Купи Стечкина. Меня все равно с ним в самолет не пустят. Он хороший, пристрелен, никогда не подводит. Скажите, Набил, зачем мне нужен этот свет Стечкин? Купи. Я профи, понимаешь? Ну, купи Стечкина. Скажите, на милость, такой черт мне нужен ваш Стечкин. Вот. Потому что ты любитель. А оружие мужику надо иметь. Потому что сейчас времена такие, друг. Решите мне, товарищи, я... решите, господин, я... мне уйти. Куда? Вот я... куда? Ай! Больно, больно, я... Потому что болевой. Ну, посиди еще немного. Зачем? Вы это можете мне объяснить? Зачем я вам? Ты теперь знаешь про меня все. Ну, хоть черт вы мне сдались-то. Вот, и мыслишь ты теперь как любитель. Теперь я тебя должен убить. В смысле, ликвидировать. А я не могу, потому что я добрый. И это меня губит. Свободно. Мужики, угощайтесь. Занято. Свободно. Помоги. Этот человек идиот. Он больной. Он меня 2 дня уже мучает. Я все рейсы пропустил. Ну как ты можешь? Я ж тебе, гнида, всю жизнь свою рассказал. Ничтожество. Чтоб ты сдох. Сдохнул. Вот ты проклят. Помогите мне, товарищ. Ну, сейчас побазарим по душам, кто кого куда не пускает. А? Никто здесь с тобой базарить не будет. И видишь, у нас личный разговор, тет-а-тет. Так что руки в ноги и исчез. Да. Сынок, ты не понял, ты с кем базаришь, а? Нюхни, чем пахнет. А? А? Женя. Женя? Женя мне. Вася. 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 Что-то я не понял. Ты чё, к мальчонке пристал, а? Скотина. А? Да. Гнида. Василёк тебе всю душу открыл здесь? Да. А ты наплевал в неё. Нет, ты прикинь, я ему, сука, Стечкина предлагал. Говорю, кобуру подарил, сброю. Возьми! Тварь мне. Ну, я... давай! За что я тебя люблю, Вася? За то, что ты бездонная бочка. С тобой такой кайф выпивать. Можно я тебе в морду дам? Давай. Зашибись. Давай я тебе. Давай! Давай. Ништяк. А давай по-серьезки, а? А давай. Давай. По сапатке. Давай. Давай. Все. Давай. Гуляешь, Петрович? А сегодня какой день? Очнись! Вот так вот и вот. Ты как? Давай, Вася! Сиди! Давай, Вася! Вася!